Продолжаем. Второй бой будет проходить в весовой категории до 60 килограмм. Я напоминаю, что формула боя – 2 раунда по 5 минут. Рефери в ринге – судья международной категории, мастер спорта Солдатенко Владимир, город Киев. Итак, под ваши аплодисменты в синий угол ринга я приглашаю представителя Запорожской области – спортсмен по имени Андрей Королёв! Его оппонент, представитель Харьковской школы, наш земляк. Под ваши аплодисменты в красный угол ринга я приглашаю Дениса Бондара! Вашему вниманию представляется второй бой. Андрей Королёв против Дениса Бондаря. Андрей Королёв представляет Запорожскую область. Денис Бондарь наш земляк, поэтому не смогу держать эмоции. Денис Бондарь является обладателем пояса в весе 57 кг по версии Mixed Fight Promotion. Также мастер спорта по фрифайту, мастер спорта по военно-прикладному многоборью, то есть достаточно заслуженный и титулованный спортсмен. И одноклубник, и представитель клуба Харьков Топ Тим. Поэтому клеим нашего земляка. Денис Бондарь достаточно активно начинает бой. Я могу сказать, что Андрей Королёв в полуфинале прошел также харьковского бойца. Поэтому Денис Бондарь попытается реваншировать
Это поражение харьковской сборной. Отличный тейкдаун со стороны Бондаря. Занимает позицию гард. Пытается освободить руки для нанесения ударов. Андрей Королев достаточно плотно взял руки. Тяжело вытянуть руку, так как бойцы используют 6-унцовые перчатки, а не больше, чем обычные битки. То есть достаточно тяжело вытянуть руки из захвата. Но отличие от предварительных боев, предварительные бои были более короткие по времени и использовался шлем. В финалах регламент 2 раунда по 5 минут и шлем отсутствует. То есть удары становятся руки. Намного жестче. Наносит удары. Хорошо сейчас пробивает. Обходит ноги, занимает боковую позицию. Ну, Андрей Королев достаточно уверенно себя чувствует, хотя ситуация достаточно сложная. Да, у Бондаря очень хорошие навыки борьбы. Он очень хорошо контролирует позицию, есть чувства. Перетаскивает нас в центр и сейчас будут отжимать голову, думаю, разбивать. То, что мы и видим. Сергей абсолютно прав. Хорошее попадание. Пытается отключить вторую руку. Бондарь выискивает точку для нанесения жесткого удара. Чем он правильно делает, он не сыпет сериями, он пробивает одиночные сильные удары. Это более эффективно и менее энергозатратно. Отличные удары, очень мощные. Хорошие попадания. То, что мы и говорили, Бондарь отличается очень хорошим контролем позиции. Есть у него чувство добивания, чувство болевого приема. Отключает руку. Продолжает разбивать. Пока что все складывается в пользу Бондаря. И главное, Андрей Королев даже не пытается как-то выбраться с этого положения. Ну, сейчас была попытка. Сейчас мы видим, готовит болевой на руку. И болевой на руку доделают. Есть. Сдача. Денис Бондарь становится отличная победа. В этом бою. Поздравляем его. Прекрасный бой. Итак, дорогие друзья, используя болевую на руку, победу в этом состязании одерживает спортсмен, который находился в красном углу ринга. Денис Бондар, наш земляк, представитель харьковской школы. Итак, для награждения я хочу пригласить в ринг ректора Харьковской государственной академии физической культуры под ваши аплодисменты Александра Юрьевича Ожипа! Также для награждения третьих мест я хочу пригласить спортсменов весом 60 килограмм, которые завоевали третье место. Итак, представитель Харьковской области, под ваши аплодисменты, Владислав Дубков!